Автомобиль целой эпохи и машина, которая стала по-настоящему родной для наших отцов, дедушек, да и нас самих. ВАЗ-2106, в народе же просто «шестерка». Заднеприводный седан выпускался с начала 1976-го, а полностью его производство было завершено аж в 2006-м. Машина пробыла на конвейере целых 30 лет. По-моему, дольше выпускались разве что микроавтобусы Volkswagen T1 и T2 на заводах в Бразилии. Впрочем, может, вы вспомните в комментариях какой-то другой автомобиль с такой же длительной историей производства. По сути, шестерка являлась модернизацией люксовой модели ВАЗ-2103. Иными словами, это была люксовая модель люксовой модели. Зачем ради этого было создавать новую, неизвестно. Обычно ради таких целей компании всего лишь проводят рестайлинг, но не суть. Шестерка отличалась от тройки более мощным двигателем, который обладал 8-10 лошадиными силами и объемом 1,6 литра, иной схемой электрооборудования и измененным оформлением кузова и салона. Из интерьера машины повыкидывали абсолютное большинство хрома и заменили их на современный и модный пластик. ВАЗ-2106 был переработан для отечественных условий эксплуатации из Fiat 124 Speciale образца 1972 года. Кстати, в еще далеком 67 году эта машина-прародитель завоевала звание автомобиля года. Но конкретно в нашей стране, в 70-е, никто даже не мог и предположить, что именно эта модель станет самой популярной и массовой продукцией Волжского автозавода, да и всего Советского Союза. По сравнению с правящими в то время на дороге москвичами, ВАЗ-2106 отличались лучшей динамикой и действительно комфортабельным салоном. Очень скоро они стали верхом комфорта и престижа для широких слоев автолюбителей страны, потому как круче была, пожалуй, только «Волга», а ее уже позволить мог себе далеко не каждый. Шикарный и скоростной автомобиль Советского Союза конца 70-х, но одновременно более дорогой и менее практичный, чем прочие «Жигули». 150 км в час и 16 секунд до сотни. Людям было что ценить. И это помимо рельефных сидений с подголовниками, панели приборов с тахометром и прекрасной на то время звукоизоляции. В сравнении с другими доступными тогда автомобилями для широкой публики, шестерка попросту была вне конкуренции. Но по прошествии некоторого времени, в 1979-м, завод наладил выпуск менее мощных модификаций шестой модели с 71-сильным и 64-сильным движками. По сути, они просто начали впихивать старые моторы с тройки и копейки в новый кузов. Однако такие машины популярности шахи в народе так и не сыскали, но в условиях нарастающего дефицита приходилось мириться и с этим компромиссом. В 1982 году была проведена первая модернизация автомобиля. На ВАЗ-2106 начали монтировать модернизированные по новому ГОСТу 75-сильные двигатели. Примерно с этих же лет и началась отчаянная борьба за снижение себестоимости автомобиля. Из интерьера постепенно исчезли имитации под хром и дерево, сошли на нет и различные цветовые вариации обивки салона. Постепенно шестерка начала сдавать позиции из-за стареющего дизайна, интерьера и уже невысоких ездовых качеств. Во второй половине 80-х автомобиль настолько стал доступен по цене, что перешел в разряд непритязательных рабочих лошадок. А в 1993-м ради дальнейшего удешевления завод даже пытался отказаться от боковых молдингов. Такие машины получили в народе название «голых». Однако это новшество было встречено крайне неодобрительно и было очень скоро отменено. Примечательно, что все подобные удешевления не касались только одного – внешнего рынка. Автомобиль активно экспортировался за границу. Например, в 1990 году на ВАЗе даже освоили своего рода комплектацию люкс – ВАЗ-21065 со стандартным двигателем шестерки, но с бесконтактной системой зажигания, карбюратором типа Solex, галогенными фарами, улучшенной обивкой салона и иными подголовниками сидений. На шестерках катались в большинстве
две страны Европы, Канаде и даже Новой Зеландии. Самым привлекательным в них для иностранного потребителя было сочетание цена-качество. Starting at $4,998, including a 3-year warranty. Lada, a whole car for half the price. Test drive the Lada at Le Méridien Automobile, 9474 Saint-Michel Boulevard in Montreal. Но когда АвтоВАЗ разработал десятку, шестерку начали собирать с ней на одном конвейере. И примерно с 98 по 2002 год автомобили этих годов выпуска отличались от предшествующих и последующих лучшим качеством окраски и сборки. Но впоследствии десятка все-таки вытеснила легенду, и 2106 сняли с производства в Тольятти, перенеся его в Ижевск, где ее продолжали штамповать вплоть до символического 2006 года. ВАЗ-2106 прожил на конвейере ровно 30 лет, а это удается далеко не всем автомобилям. За всю историю выпуска произведено около 4,5 миллионов таких машин. В свое время автомобиль пользовался немалой популярностью у автолюбителей благодаря мягкому ходу, хорошей управляемости, высокой ремонтопригодности и относительной долговечности. А по качеству сборки шестерка занимала одну из лидирующих позиций среди остальных вазовских машин. Сегодня же, несмотря на то, что шестерку не выпускают уже более 10 лет, она еще долгое время будет играть заметную роль в автомобильной жизни России. Тем более, учитывая тот факт, что по нашим дорогам еще колесят несколько миллионов таких автомобилей, проблем с запчастями в ближайшие 5-10 лет не предвидится точно. Отношения с этим автомобилем чем-то даже похожи на отношения с тещей. Какие бы слова мы бы порой не говорили на них, мы все равно любим их какой-то особой любовью. Друзья, а в конце я хочу порекомендовать вам канал, на котором вы не увидите развлекательное видео, подобное моим, но в отличие от меня, там вам помогут разобраться с важными вопросами во всех сферах жизни. Почему в жизни не всегда все получается и как с этим справиться? Авторы канала общаются с подписчиками и стараются найти каждому подход. А сейчас, насколько мне известно, они даже дарят подарки всем, сделавшим репост и оставивших комментарий подписчикам. Заходи сам и убедись в этом. Ну а на этом я прощаюсь с вами. Не забудь поставить лайк под этим видео, для меня он будет не менее легендарным, чем шестерка для Советского Союза. И спасибо, что досмотрели это видео до конца. До скорого! Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Can I be your superhero?